Приветствую. С вами снова ХТЗ Трактор. В этом уроке я покажу, как правильно прописать файл компоненты Dummies. Итак, приступим. Буду показывать на примере Excalibur. Из распакованной игры достаем два чистые файла. Закидываем их отдельно, чтобы не путаться. Распаковываем наш корабль. Открываем из папки Types наш файл компонент. Также оригинал файл компонент. Смотрим, сколько строчек. Копируем. Вставляем в чистый. Не забывайте менять число. И сохраняем. Таким же способом делаем в файле Dummies. Копируем, вставляем, меняем число на количество строк, сохраняем. Не забываем подписаться на канал, а также задавать вопросы. Отвечу на все, что знаю. С уважением к вам, Трактор.